Поздно вечером спасателям и исследователям удалось обнаружить легкомоторный самолет, который в воскресенье днем потерпел крушение в Кстовском районе. Предположительно, он рухнул в Волгу в районе деревни Михальчиково, после чего самолет утащило на несколько километров вниз по течению. В результате инцидента пилот и находившийся также в самолете пассажир погибли. Как рассказывают очевидцы, звук падающего самолета был слышен даже в райцентре Кстова. Как вы видите на этих трагичных кадрах, одна из погибших девушка, второй погибший молодой мужчина. Как нам рассказали свидетели, это местный житель, он был владельцем самолета и сам его пилотировал. Обоим погибшим не было и 30. Юрий Чухин, София Иванова, Василий Лысков, Геннадий Смолов. Время новостей.